Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня пельмешки на ужин. Давай, пошли-ка тебе помажу маслице. Так, то есть мне Дашка помазала, больше мы не помазали. Так, маслице. Ну ладно. Жилка будешь кушать. Огурцы. Пельмени с бараниной. Какие буквы какой бараниной? Баран. Мы еще купили пельмешки с лососем, Даша не захотела, я их потом поглядела. Такие не буду есть. Что? Какие такие? Можно вопрос? Они вкусные. С овцой, блин. С какой овцой? А там мясо какое? Да, вкусное. Паш, с хомяком. Хомяки разделаны. Это очень вкусно. Ты чего? Мы же такие уже брали. Не задумывайся, с кем они там, с чем. Ладно, просто ешь. Ой, Пашка, что скажешь? Ой, простите. Всем приятного аппетита, дорогие друзья. Приятного просмотра. Скоро мы уезжаем, тут в предвкушении уже, скорее бы море, да? Едем на машине. Нет, по машине. Мы будем примерно ехать отсюда до... Море примерно 17 часов. Да прям, ты что сочиняешь? Мы с остановками будем ехать. Несколько дней. В Хабаровске на пару дней остановимся, потом между Хабаровском и во Владик. Находкой. Подожди, где мы остановимся? Походка. Короче, где-то между Хабаровском и Приморским краем у нас еще будет остановка. Я уже был на море, кстати. Когда я был в Хабаровске, я на море был. Это море. Хабаровск и море? Ну, вот возле Хабаровска. Речку, может быть? Нет. И на что-то видел, там был просто, там был лед. И там была большая лодка, корабль. Это речка. Владивосток. В Владивостоке ты был. На соревнования, когда ездил. О, Даша, ты бы не была в том легендарном кафе, который в Владивостоке. А почему? Там капец какая очередь. И чё? Мы потом на улице на льду бегали, ждали, когда очередь закончится. Может, не всегда там такая очередь? Всегда. Как ты откуда знаешь? Там капец как вкусно готовят, вот почему там очередь. Все кафе. Мы там примерно полчаса ждали, когда там все уже выйдут. Наверное, был вечер просто, да? Мы вот и... Ой, мы там пешком ходили. По Хабаровску. Такси там все были заняты. Ну, лучше пешком походить. В новом городе, мне кажется, это классно. Пешком ходить, все рассматривать, изучать. Это что-то новое, интересное. Нам такси не интересно. Мы еще не едешь. Мы там... По мосту ехали. Угу. Так, помнишь, мы фильм на телевизоре смотрели, как метеорит падал, помнишь? Угу. Мам, помнишь? Вот видел... В кожном сидели, да, в зале. Мама, вот помнишь, там дяденька проезжал на машине, да, на мосту? И вы по этому же мосту ездили. Как этот фильм назывался? Не помнишь, я вот название не запоминаю фильмов. Какой-то это русский фильм, там где... Я запомнила помощь. Она ляба. Помощь? Мама. Если кто вспомнил, напишите. Мам. Снимался во Владивостоке. Да. Да, Леша, он до сих пор не разговаривает. Ну, с ним говорят, что мне интересно, вот эксперимент поставить. До 5 лет вообще ничего нет. Ну, так говори. А если ему 13 исполнится? Мы уже записали его, кстати, в поликлинику на процедуры. Но запись будет в начале августа на сентябрь. Вот сейчас только в сентябре будут физиопроцедуры какие-то ему там делать, массаж лицевых мышц. Ужас, впервые с таким сталкиваемся. Это не говорящий ребенок. Мама, а ты скажешь, что нормально? Чего нормально? А ты скажешь, что нормально? Ну, если уже не нормально, если назначили. Ты же такие глупости. Мама, лимонс. Даша вон там ближе. Наелась, да, мало творила. Угу. А все там больше нету, да? Я не поняла, это полная тарелка, а у тебя уже ничего нет.
Ты немало наложила, тем более я первая начала есть. Я что-то думала, много будет. Да. Ну не надо, не. Это твои же. Я поеду держу. Целую банку сметаны я вывалила уже, нет. Угу. Что ты делаешь? У мамы что тут, мусорное ведро? О, да. Еще один. Мы гуляем. Гули не кушают. Угу. Вообще-то гули все кушают. Все подряд. Нет. Ну а все-таки голодные. Вот раньше Леша не ел пельмени. Что-то там один откусит и бросит. Сейчас уже кушаешь, смотрю. Завтра роллы закажем. Голубь даже лук, да, он лук съест. Ой, пельмень подцепился, точно. Папа у нас ремонтирует холодильники. Поехал на заявки, на две заявки. В общем, все работы, не покладая руку. Сегодня суббота. Я вот уже наработала сегодня, даже к телефону подходить не буду. А вот я завтра с папой на одной заявке был. Завтра мы едем отдыхать на природу. Денис купил крылышки. Чего он там, бедрышки еще взял? Я не знаю. Прилик будет мариновать, и поедем мы завтра отдыхать на природу. На Хрустальное озеро. Поеду. Что бы мне уехать? Я с собой возьму купальник и футболку запасну, чтобы... А это мне будут плавать. Ты уже научена, что можно загореть, да? Я буду в футболке купаться. Я не буду плавать. Купаться ты собралась? Ну, прыгать оттуда вам. Ой, не донесла. Ладно, спасибо. Стой, с деревянного мостика. Ты прыгаешь с мостика? Да, давно, очень страшно. Ну, страшно же. Там глубина мне вот так, как в бассейне, даже еще меньше. Там вот я прыгаю, мне вот так. И там камни... Как вот так? Ну, когда я прыгаю с мостика. Вода докуда? Вот так вот. Накрывает голову? Да. Так, ты что, не надо так прыгать, страшно же. Там камни, я камни отталкиваюсь сразу. Там даже меньше меня девочки прыгали. А зачем прыгать? Можно просто зайти спокойно. Так, я буду полчаса заходить, там вода холодная. Mm-hmm. А если я прыгну, то все. Поэтому проверенный лайфхак. Мы с Кириллом также. Я тоже один. Там у нас протеин. Ты в бассейн ходишь тоже с мостика же прыгать, да? Угу. Тебе уже, наверное, не страшно. Угу. Мы сейчас ездили, отдыхали на набережную. Ну как, на набережную, наверное, на, короче, драмтеатр, там на площадь покатались. Всем спасибо, Сапка. На электрических самокатах. Не наелась? Нормально. Трусчатка. Угу. Я что-то думала, что я много завалила, там еще немножко оставила. Думала, всю пачку варить. Ну, а папа нет, но больше много не буду варить. Короче, на самокатах покатались. Денис у нас ездил с Лешей вместе, я тоже с Лешей каталась. Что-то вот ты даже так пельмени быстро съела. Да, она не жует же совсем. Все вот так. Все торопится. Какие-то огурцы странные, Денис, ты не очень вкусный. Мне не нравится. Знаешь, горох напоминает по вкусу. Да? Есть что-то такое. В общем... Типа поиграли в эти, знаете, такие шарики надували. Ёлки. И дротики кидаешь в них. Тоже два. Сколько? Три раза мы сыграли. Три раза по 200 рублей. Четыре. Как четыре? Мы один, и вы по одному. Три раза. 600 рублей отдали. А первый раз нам дали какого-то Майнкрафт, игрушечка такая маленькая. А второй раз дали Паше пистолетик какой-то дешманский за 10 рублей. Который реально стреляет. И потом Даше дали какого-то. Ну, там сами можно выбрать. Это типа какой-то, знаешь, это лизун какой-то, не лизун, какой-то антистресс. Акула. Вот за 600 рублей. Это вообще развод, конечно. А игрушки такие, ну,
На 10 рублей максимум. А, вообще-то там 200 рублей стоит. Я сказала, 3 раза по 200. 600 рублей. Ты что, а вот если бы все шарики лопнули, на что, что бы получил? Примерно такой животный пистолет, как у меня, вот такой большой. Ну вот я не понимаю, зачем тогда в эти игры играть, что называется развод в полной программе, если у вас все эти игрушки есть. Зачем? Просто покидает трутики в шарик, сам прикол. Да. Ну, конечно, лучше эти деньги отдать вот на электрическом самокате покататься. А целый час мы дали 300. Что-то там с копейкой, я не сказал. Мама. Я лучше на самокат деньги отдать. Мама. А теперь папа будет теперь только на моей печеньке пиццу заказывать. Знаешь почему? Чего? Мама... Папа теперь будет только на моем телефоне пиццу заказывать. Знаешь почему? Нет. Потому что у меня очень много бонусов. Yes. В общем, ну так. Ну пельмени мне не очень понравились. Намного вкуснее ели. Вот мне кажется, эти пельмени, которые я взяла сегодня еще, даже не захотела. Там лосось со шпиком. Мне кажется, вот они вкусные. Мы как-то давным-давно уже брали. Но они обалденные такие вот маленькие, с рыбными мясные, очень вкусные. Но ей понравится, она просто выпендривается. Вот в ней не стала говорить. Не наелся тоже? Наелся. Наелся? Одна Даша голодная вышла со стола. Я могу 2 штуки съесть, и мне уже достаточно. Это все... Дети у нас, растущие организмы. Где ночью? Папа в конце конфеты съел ночью. Нет, папа не уходит. Да, ну что, дорогие друзья, будем заканчивать это видео. Решила немножечко поснимать перед отъездом, потому что долго нас не будет в эфире. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии и, возможно, еще увидимся. Не знаю, когда это видео выйдет. Пока-пока.